Всем привет, ребята, с вами Джофф, и сегодня мы посмотрим на британские САУ, которые появятся в патче 0.8.7, а возможно в патче 0.8.8, ну, честно говоря, я сам точно не в курсе. В наши цепкие лапы попали скрины этих САУ, мы сможем посмотреть, как они выглядят внешне, и посмотреть, какой примерно урон планируется им сделать. Начнем мы со второго уровня, с самого маленького, и постепенно будем продвигаться все выше и выше. Итак, на ваших экранах британская САУ второго уровня, как называется, сразу говорю, не знаю. И сразу, ребят, говорю вам, что я не артиллерист, не профильный, я могу немножечко в циферках путаться, так что вы не обессудьте. Я думаю, если в комментах у нас артоводы профильные есть, то они, если что, меня поправят. Итак, что мы видим? Ну, мы видим вот такой вот небольшой драндулетик. Вот, по-моему, обещается, что у него будут неплохие углы горизонтальной наводки. То есть вы видите, что вот этот вот пулеметик, как из Duke Nukem, он довольно-таки неплохо поворачивается вправо и влево. Я, честно говоря, вообще, ребята, скажу, что вот это вот углы горизонтальной наводки, это, видимо, в целом вообще отличительная черта всей британской ветки САУ. Потому что во всех последующих артиллериях она будет встречаться. Вот это вот изюминка. Вот такая вот небольшая тарантайка, я на лоу-левелах артах не гоняю, поэтому ничего так сказать про нее не могу. Урон 165 и пробиваемость 42, 76 мм орудия. Третий уровень. Ну, тут уже более солидная машина, похожа на ПТ-шку, с такой вот пушечкой, возможно, даже у нее мортирная траектория. Вот так вот оно все выглядит. Довольно симпатично. 87 уже миллиметров орудия, повреждение 180, пробиваемость 92. Но это ББшка, по-моему, голдовая ББшка. Есть еще обычный фугасный снаряд, 180 и пробиваемость 71. И есть ББшка, которая тоже бьет на 180 и пробивает на 71. Я так понимаю, вот это будет два обычных снаряда, вы видите, они практически идентичны, только разные по типу. И, я так понимаю, вот это будет голдовая тема. Ну, мне так кажется. А вот тут, ребята, это четвертый уровень, тут у нас ждет довольно-таки интересный агрегат. Агрегат с рубкой, которая поворачивается где-то на 180 градусов. То есть вы видите, вот это вот перед танка, а вот это зад. И вот тут может рубка поворачиваться туда, практически полностью в бок, и сюда. Ну, полностью на 360 ей мешает эта вот конструкция сзади поворачиваться. Вот с другого ракурса вы видите, да? Вот, четвертый уровень такой вот у нас веселый. А вот с этого ракурса. Ну, такой вот еще один конкурент Педобиру 126. Да, расплодилось этих башенных арт. Что у нас по снарядам, сейчас посмотрим. По снарядам у нас, опять же, 87-мм орудие, повреждение 180, пробиваемость 71. Тут у нас, я так понимаю, это голда ББшкой 180 и 92. И фугасик у нас такой, солидный, 280 и 44. Не знаю, много это или мало на лоу-левелах, опять же, я говорю, что я не артовод, так что, я думаю, если кто-то из вас заметит какую-то имбалансность, да, какого-то орудия, он нам сообщит об этом в комментариях. Пятый уровень. А вот этот танчик я, ребята, назвал КОКВ. Почему КОКВ, я думаю, вы сами уже догадываетесь, потому что по силуэту эта артиллерия очень сильно напоминает известный вам советский КВ-2 с фугасницы. По сути, это тот же КВ-2, только на пятом уровне, а не на шестом, и, может быть, не с такой мощной пушкой. Так, посмотрим спереди, ребят. Вот это сзади, как видите, а вот спереди. У меня есть подозрение, несмотря на то, что на скринах этого не видно, что танчик все-таки из башни. Вы видите, да, тут такая вот линия, то есть прорезь, щель, я бы даже сказал, извините за пошлые слова, это щель. И, по-моему, она намекает на то, что у танчика башня ворочается. Если ворочается, это, конечно, ребят, очень-очень приятно. Смотрим дальше. Орудие у него 114 мм, повреждение 450 и пробиваемость 57. Вот, ББшек нет, по-моему, только пока что фугасы. Опять же, хочу, ребят, сказать, что это все еще не настроено, я так думаю. Поэтому пока что судить о чем-то рано. Можно только примерно прикидывать, и что из себя будет представлять артиллерия. Шестой уровень. Ну, тут мы видим что-то холодильно-подобное. Точнее, уже началось холодильно-подобные машинки. Очень небольшого размера. Текстура, как видите, внешне еще не сделана разработчиками. То есть она еще в стадии нарисования, видимо, рисовки, отрисовки. Поэтому мы видим вот такой вот градиент непонятный. Вот, поэтому по нему мало что можно понять, где там у танка что. Немножечко, как видите, он мешает разобраться. Посмотрим на снаряды. Опять же, 114 мм, 57 пробиваемость и 450 урона. Вот и все. Но я так понимаю, если эта пушка в конце останется, то она будет солидно более скорострельная, чем предыдущий уровень. Иначе такой уже урон, ну, это печаль.
Итак, пошли серьезные артиллерии. Седьмой уровень. Вот такая вот у нас арта, наподобие американских, то есть тупо взяли тележку, поставили орудие и вперед на войну. Тоже без финальной вот этой вот отрисовки, я так понимаю, это какой-то градиент. Я просто не разбираюсь в этом. Вот так оно все выглядит. Я так понимаю, у такого типа артиллерии будут хорошие, опять же, углы горизонтальной наводки. То есть сюда и сюда орудие будет очень хорошо поворачиваться без поворота корпуса. И посмотрим на пушечку. 139-мм орудие, повреждение 900 и пробиваемость 700. Ну, по-моему, на 7 уровне вполне прилично. 8 уровень. Ну, ребята, это практически прямой родственник холодильника. Здоровый, я так понимаю, малоподвижный, но, опять же, с отличными углами горизонтальной наводки. То есть, посмотрите на маску орудия, вы видите, что она очень похожа на такую маску, которая есть у АТ-15, у Тортилы, у кого там еще, ну, АТ-15А тоже премиумный. То есть, вот эта вот маска, она очень хорошо поворачивается в углах рубки. Вот, поэтому вправо и влево пушечка будет отлично вертеться, без доворота корпуса, понятное дело. Вот так он выглядит, конечно, он большой силуэт, как у советского холодильника, поэтому я назвал холодильноподобный. Огромные размеры, неповоротливый, скорее всего, вряд ли оно будет гасать, как Т-52. Посмотрим на пушечку. 152 мм осколочно-фугасный снаряд, повреждение 1250 и пробиваемость 90. По-моему, кстати, вот я, конечно, не артовод, не профильный, но, по-моему, довольно-таки высокая пробиваемость 90, довольно приличная. 9 уровень. Опять же, очень похожая конструкция, очень похожий силуэт. Огромная такая же длинная основательная пушка. Опять же, сзади все очень похоже. По-моему, это даже одна и та же база, ну, практически, да, там с небольшими изменениями. Вот, потому что сзади очень похоже. Только лишь другое орудие и, может быть, помощнее движок. Вот так вот оно все выглядит, как видите. Очень вот эти все топовые трисау британские похожи на холодильника, честно говоря, скажу вам. Посмотрим, что у него за пушечка. 182 мм осколочно-фугасный снаряд, повреждение 1750 и пробиваемость 92. Ну, по-моему, на 9 уровне вполне себе прилично. Конечно, это не так много, как у ГВ Тигра, да, у которого пушка от ГВЕ, там 2000 урона, но по факту должно быть получше со скорострельностью, если урона поменьше. И последний, финальный, 10 уровень. Опять же, ребята, огромный силуэт, большая картонность, база, если я не ошибаюсь, от Conqueror или от этого FV-шки британского топового тяжа. То есть, очень, видите, похоже, да, вот именно корпус похож. Опять же, отличные углы горизонтальной наводки, большой силуэт, это я уже говорил, что я там еще не говорил. Пушечка какая-то такая вот коротенькая, по крайней мере отсюда кажется, что он довольно короткая. Возможно, что короткие пушки говорят нам о том, что у британских САУ будет очень хорошая ответственная траектория, так называемая мортирная траектория. А это говорит о том, что эти САУ будут отлично закидывать за различные укрытия. Я считаю, если так разработчики сделают, это будет отличной фишкой британской артиллерии, то есть мортирная траектория. Да, они не будут далеко стрелять, да, ведь у них будет ограничена дальность полета снаряда, но при этом у них будет отличная траектория в плане закидывания за любые препятствия. И это будет круто, это будет очень необычно. И это будет стимул качать британскую арту, а не забить на нее кое-какой орган. Итак, смотрим дальше. Вот, другой ракурс. Вот, сбоку. Опять же, вы видите, да, вот этот круг, который позволяет, собственно, британской арте поворачивать пушку просто на огромный градус впереди себя. То есть вот так вот буквально. Смотрим пушечку, 233 мм орудия, повреждение 2200 и пробиваемость 117. Ну, что я могу сказать по поводу орудия? После Т-92 это самое мощное, самое дамажное орудие. То есть, если у Т-92, если я не ошибаюсь, там 2400 или 2300, где-то в таких пределах, то у этой арты 2200. Ну, а потом идет уже ГВЕ со своими 2000. Вот такие вот скрины, ребята. Пока что характеристик нет, и, наверное, они еще не скоро будут. Ну, я вам хоть показал, как это все выглядит, высказал свои какие-то, наверное, профанские предположения, как не особо разбирающегося в арте игрока, который уже давным-давно на ней не играет. Вот, если я в чем-то ошибся, в чем-то не прав, поправьте меня в комментариях. Опять же, в комментариях вы можете высказать свои предположения абсолютно спокойно и без каких-либо проблем. С вами был Джофф, надеюсь, вам было интересно посмотреть эти картинки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся скоро. Чао, какао!